Всем привет! Сегодня мы будем разыгрывать бонусиков. У нас уже вся Греция и очень много повторок. Вот наши повторочки. Мы решили с Викой сделать конкурс, где будет 10 победителей. Вот. 9 победителей получат по 2 бонистика. И самое главное получат вот эти 3, которые мы сейчас откроем. Да, мы сейчас откроем. Вот наша коллекция, которую мы собрали. У нас уже есть такой, и вот такой, и вот такой. Да. Мы всех собрали. Пазл у нас есть такой красивый. Еще мы купили пазл. Будем складывать с Викой, пробовать. 104 элемента. Пазл бонстики. Вот такая картинка получается. Попробуем сложить с тобой, потом посмотрим. Да. Так, ну что, давай откроем и посмотрим. Кто нам попадется из повторок? Ну, кто же там? И кто-то получит вот такую. Вот такая. Так, откладываю ее отдельно. Вот. Я уже. Это один бонистик. Сейчас Викуша открывает второй. Какой-то. Ой, он уже больше. Что-то. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Дуя. И все. Сейчас я вам покажу, кто получит. И какого. А еще кто-то получит вот такого бонусика. Вот как повезло. Два зелененьких кто-то получит. Наверное, еще кто-то получит. Так, давай посмотрим. Кто-то получит вот такого бонстика. И вот, 3 бонстика вот этих получит наш основной победитель. Самый первый, которого мы будем выбирать случайным образом. Получит, самый первый победитель получит 3 вот этих бонистика. Остальные получат по 2 вот таких бонистика. Да. Так. Для того, чтобы получить бонистиков, поучаствовать в нашем конкурсе, надо быть подписчиком нашего канала. Да. Подписаться. Нажать на кнопочку подписаться с колокольчиком. Да. Поставить лайк к этому видео. И обязательно написать в комментариях «Я участвую». И потом мы при помощи специального сайта выберем всех наших победителей. 10 победителей. Да. Выбирать мы будем победителей 10 октября. И 10 октября мы скинем видео, где будут наши победители. Так, сейчас Вика хочет открыть мозаику. Давай я тебе помогу. Подожди. Ой. Ой. Подожди. Мы посмотрим, какого они. Они какие-то большие. Они, ну вот, они такого размера. Тут и маленькие, и большие, и даже уже чуть-чуть сложные. Ну, это просто еще не разобрались, немножко сложные. Да. Вот. Ну, вот такие элементики. Давайте. Чтобы понимать размер, вот, примерно с размером с бонстик. Такого примерно размера они.
Смотрите, я уже начну собирать. О, Вика уже хитрая, начала потихонечку собирать. Так, коробочку. Коробочку. Так, сейчас Вика и соберет. И вот что у нас вышло. Да, мы даже не держим. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставим пальчики вверх, нажимаем на колокольчик, чтобы подписаться на наше очередное видео и его не пропустить. Встречайте нас снова с новым видео. Пока-пока.